Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. А у меня, как всегда, уборка. Окна, хоть я недавно и мыла, они уже опять все грязные. Тем более у нас рядом дорога, так что мыть мне и мыть окна. Я хочу показать вам одну штучку, которая упростит мне жизнь. И с помощью нее я смогу с легкостью мыть свои жалюзи. Я раньше думала, когда мы их купили, как же я их буду мыть? Как же это трудно? А оказывается, умные люди придумали классную вещь. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите. Заказала в интернет-магазине. Читала отзывы, некоторые люди пишут: фу, какая ненужная вещь, бесполезная. Это какие-то хейтеры, видно, пишут, как и у меня на канале есть такие. Вот, смотрите, как классно ей мыть. Только против света плохо видно. Так, сейчас постараюсь вам показать. Вот эта тряпочка, она съемная, вы ее мочите, отжимаете и потом вот так вот прижимаете и ведете. И жалюзи сразу две моются с двух сторон. Я вообще в восторге. Это оказывается теперь так легко я буду мыть жалюзи, и не будет у меня никаких проблем. В общем, я в восторге. Очень круто отмываются жалюзи. И сейчас я покажу вам, как мыть эту штучку. Так вот приспускаете пониже и вот эту грязную часть окунаете и жимкаете. Отжал, надел и поехал дальше мыть. Суперская штучка. Берите на заметку, у кого жалюзь. Вообще круто мыть. Очень быстро. Молодцы, кто придумал. И это не реклама. Это я купила за свои денежки. И, кстати, недорогая вещь. Рублей 200 вроде. Вообще классно. Придерживаю, чтобы не оторвать жалюзи. И провожу. Так быстренько. Вообще суперская штучка. Отлично отмывает. Гений, кто это придумал. Я уже давно хотела жалюзи, но я думала, как же их моют? Снимают, что ли, под душем моют? А оказывается, все так просто. Можно так несколько раз даже провести. Супер. Посмотрите, какая грязная стала. Такое ощущение, что я их 2 года не мыла. Это ужас. Сейчас буду все отмывать. Вы ведь свидетели, что я недавно мыла окна. Ужас. Хоть каждый день мой. Вы только посмотрите на эту чистоту. Класс. Чистая сетка. Это была вся черная. Сейчас покажу, какая она была.
У нас пока постоянной сетки нет, пока временные. Скоро будут постоянные, наконец-то. Можно будет нормально их мыть, а не каждый раз приклеивать новые. Помыла окно и буду расставлять орхидейки по местам. Орхидейки, кстати, я тоже сегодня мыла под душем. Ставим на них же места. Этим окном справились. Теперь я приступаю к этому окну. Надо помыть все эти орхидейки, налить им в кашпо воды, чтобы они пили. И в это время я буду мыть это окно и жалюзи. А в следующий раз уже буду мыть орхидейки на стеллаже. Там тоже уже все пыльные. Предстоит здесь навести порядок. Хои я вытаскиваю из кашпо плетеного и тоже мою под душем. Им нравится. Они же у меня посажены в такие горшки. Можно вытаскивать из кашпо и спокойненько мыть. Корни потихоньку растут. Солнышко выглянуло. Давайте как раз покажу. Вот видите, наши корни. Растем потихоньку, помаленьку. А эта хвоя скоро зацветет. Посмотрите, какая у нас уже корзиночка с бутончиками. Сейчас я тоже ее вытащу из горшка, из кашпо. И буду мыть под душем. Уже такая большенькая выросла. У нас уже 4 корзиночки с бутонами. Вот еще одна. И 2 маленькие. Еле заметный глаз, вот. Еще где-то я видела. И вот. Давайте покажу, как у нас здесь с корнями дело обстоит. Тоже есть корни. Все хорошо. Обрастаем корнями. У нас уже вот какой цветонос.
Как пусто, неуютно. Тоже сколько грязи, как будто 100 лет не убирались. И окна все грязные. И жалюзи надо отмывать. Я уже тороплюсь, скоро муж приедет. Помыла я это окно и начинаю расставлять орхидеи. Надо еще, чтобы никого не уронить. Быстренько протираю орхидеям листья и расставляю на места. Что такая ответственная работа, чтобы ничего не сломать. Еще и горшки все мыла. Прям сегодня я молодец. Много чего успела. А на этом я буду прощаться с вами. Всем пока!